Судно над пограничником Сергеем Колмогоровым перенесли на 6 ноября. Напомню, ранее его приговорили к 13 годам лишения свободы фактически за то, что следовал уставу. 9 сентября во время дежурства на блокпосту возле Мариуполя он отдал приказ открыть огонь по автомобилю, поскольку водитель не остановился для проверки документов. Тогда погибла женщина-пассажир. Сегодня высший спецсуд должен был рассмотреть кассацию на приговор мариупольских коллег, но на слушание не явился прокурор. Поддержать пограничника пришли более 200 человек. Это и коллеги обвиняемого, его начальство и народные депутаты. После того, как заседание перенесли, они отправились в Генпрокуратуру. Вот так сложилось, что суд не состоялся, поэтому встречались с генпрокурором, где разобрали ситуацию. Но главный вопрос, который стоит на сегодняшний день, у нас война, у нас отсутствуют военные суды, и у нас ребята, которые исполняют приказы, не всегда уверены в том, что их за это исполнение не накажут. В то время это стоит большой вопрос реализацию выполнения любого приказа, который выдают командиры в боевое время.